Всем привет, дорогие друзья, с вами Карина, и сегодня я буду показывать выпуск на Муамикс. Это всякие разные конфетки, тут они в разных формах, разных вкусах и так далее. Буду говорить быстро, буду говорить и объяснять понятно. Так, информация на стикере считать приоритетной. Ясно. Так, что мы тут можем найти и увидеть? Так, это клеем. Ну да, понятно, это пятерка. Тут есть вот такие муам. Три штуки муам кругляшка. По три штуки, 7 штук. Такая вот язычок муам, 5 штук. И муам язычок с двойным вкусом, тоже 5 штук. Давайте, наверное, откроем и посмотрим. Наконец уже. Так. Откроем. Тут уже я открыла, я одну взяла. Когда мы гуляли. Просто есть захотелось. А, я всего лишь попробовала только 9 таких. Одна школьная, другая вот такая вот была. Ну, это ладно, пофигу. Просто говорю, что чуть немного поменьше. Ну, одна же, я это не сожру просто. Давайте посмотрим, что вот тут. Вот это кольный язычок. Вот это лимон-яблоко язычок. Стрепес, да. Тут тоже такие вот язычки. Тут довольно много язычков. Вот таких вот 7 штук их должно быть. Хотя я сейчас соберу одну кучку. Соберу. Сейчас они соберутся. Еще плюс нету двух. Вот что язычки. Это реально много. Прикольно, тут было всего лишь 2 язычка. Лучше бы было побольше вместо вот этих зеленых. Яблок. Давайте дальше смотрим, что тут присутствует. Вот такие вот манблукс. Если раскрыть ее, давайте раскроем лимонную. Так, как раскрывать? И пошарю все это чудо. Маленькие крохи по сравнению с этим вылезает, получается вот так вот как-то. Впрочем, вот так вылезает, получается вот так вот, да, на всю катушку вот так вот, а все. Короче, давайте следуем дальше. У нас остались вот такие вот, расскажу, вкусы. Так, короче, давайте посмотрим. Вот тут вот есть лимон, кока-кола и клубника. Клубника, ребят, да, клубника. Или вишня. Опять кока-кола. Так, клубника и вишня, да. Кока-кола, клубника, яблоко. Апельсин, вишня и лимон. Апельсин. И апельсин, клубника и яблоко. Путаюсь. Кока-кола, лимон и вишня, апельсин, вишня и клубника, да. Вишня, клубника и яблоко. Ну, давайте здесь себе, наверное, одно откроем вот это.
если их сжать, то не получится. Хочется сжать. Ну ладно, давайте откусим. Три лады. Смотри, он такой. Ну, вкусно. В детском мире, я купила в детском мире. Советую купить. С вами была Карина. Всем спасибо. Всем пока.